Многодетная риэлтор на Камчатке провернула аферу на 2 миллиона рублей и осталась на свободе. Дело 31-летней жительницы Петропавловска рассмотрел накануне городской суд, сообщили в прокуратуре региона. Там рассказали, что 3 года назад женщина ухитрилась продать одну и ту же квартиру 3 разным людям, а получив с них деньги, сбежала с полуострова. Ее задержали и вернули на Камчатку только летом прошлого года. Суд признал риэлтора виновной в мошенничестве, обязал ее вернуть деньги людям и приговорил к 5 годам колонии, но с отсрочкой. Многодетная мать отправится туда не раньше 2026 года, когда младшему из ее 3 детей исполнится 14 лет. Впрочем, отсрочку могут увеличить. Скоро женщина должна родить 4-го ребенка. Подробности на сити41.ру.